Хей, окей, с вами Шмики, и мы продолжаем проходить игру по названию Hollow Kingdom. Погнали в гнездо рогачей. Посмотрим, что у них там, какое-то место прикольное, неприкольное, и вообще, что оно собой представляет. Потому что оно только открылось, когда мы открыли всех рогачей. Надежда. Они мертвые, что ли? О, маска. Ну, это не маска, а кусочек. О, у меня плюс еще одна сфера целая. Ништяк. Теперь у меня их две. Посмотреть. Треснутое яйцо, оно пустое. То есть они из яиц вылупают? Я слышал голоса чьи-то. Я слышал чьи-то голоса. Утёс. Окей. Значит, он один, да, остался из тех. Даже как-то обидненько. Ну что скажешь о моем доме, кроха? Когда-то было... Била жизнь. Рогачи прибегали и убегали, обменивались историями, где были, кого видели. Я, кроха, уже очень давно считаю себя последним из наших видов. Последним рогачом. Ну вот я снова в гнезде, и что-то такое тут чувствуется. Запах тепла. Быть может, чьё-то присутствие. Могло ли статься, что рогачи из внешнего мира нашли дорогу сюда? Да, надежда еще есть. Мой род еще жив, где-то там, далеко за пределами этих земель. А что до меня, я никогда не покину туннели, хотя бы покуда есть пассажиры. Кажись, у тебя есть еще важная работа, а, кроха? Я буду помогать тебе, пока мое старое тело меня слушается. Так что давай прокатимся по старым туннелям. Рогачи еще разок, дружок. А, еще разок другой, а то и более. Так, давай, короче, в... грязму погнали. Ну, то есть забутое переплетие. Пойдем, где гусенички. Я не знаю, просто я все собрал или еще не все. Гусеничек. Гусенчаток. Чаток. А, не, стоять. Тогда это не вариант, мне нужно в грязму. Тогда я правильно тогда первый раз пошел. На этапе наш он один остался из своего рода. А в это есть еще новые рассказы какие-то обо мне? Белый спаситель во тьме. Тяжелые грезы обули деву. Ее спаситель ушел, растворився в глубине. Лишь холодный ветер вызывается в окно. Был ее спутник. Сердце ее дрожало от внезапного страха и успокоилось в одно мгновение. Но почему? Кто-то вошел, он уже близок. Она не смела смотреть на... смело двигаться, боясь любого движения разрушить мимолетное видение. Она знала, что стоял у ее у постели, знала, что лишь они приносят покой. Ее бил спаситель еще защитник в этом миг. Цел, подле во весь рост, могущий, совершенный. Теперь я могу две ячейки заполнять с шляпами. Это плюс еще две хилки, считай.
считай, что это еще две хилки. Так. Ну не, я еще не всех собрал. Но их уже много, нифига их там. Ну сейчас бы и за каждого, да, давать ведь. Пипец тут награды. Ого. Я подумал, уже все. Жесть. О, все. Ну что, давайте собирать. Песни гусеничек. О, это... Белый череп, часть белого амулета, ее нельзя надеть. Хера она стоит сколько. Так, благодарность спасения гусеничек. Восполняет душу при получении урона. Белая руда. Тухлое яичко. Печать Хаулнеста. Так, окей. 6 кусков у нас. У нас уже 6 кусков. Да, это много, это очень много. Блин, а главное, куда мне эти туши девать? Белую руду мне еще один... Ой, куда я пошел? Еще один кусок нужен. Мне нужен еще один белый кусочек руды. Я не посмотрел. Ладно. Зеленая тропа, вокзал королевы. Сады королевы. Городские склады. Я не помню, где я еще не был. Либо кристальный пик, я точно помню. Так, сейчас лам посмотрим. Я сейчас точно посмотрю. Так, здесь у нас все открыто. Так, вот внизу. Глубинное гнездо у нас не все открыто. А туда на питомца никак не доехать. Хотя не, можно доехать, только потом долго идти. Бездна. Так, да, вот наверху еще есть проход. Два прохода. Ну, скорее всего, туда никак не пойти, потому что там только чисто вниз падение. Что получается? Кстати, я все открыл уже. Нам осталось только вот сюда вниз и спуститься, где глубинная бездна, и все. GG. Ладно, давайте тогда в далекую деревню, оттуда я добегу. Оттуда добегу, долечу. У меня сейчас просто вообще интернета как бы нету, и я не могу именно посмотреть информацию, куда еще я могу пойти, есть ли у меня еще какие-то проходики. А,
Мне нужно понять, где мне еще один найти, это осколок. Где мне еще один осколок? Деть. Так, слышу. Слышу гусеничку. Слышу гусеничку, не вижу гусеничку. О, нашел гусеничку, привет. Черт. Так, сюда же иду, да? Где правильно? Окей. Готово. У меня 7 кусков. Мне нужно срочно найти еще последнюю руду. И будет отлично. Но еще найти нужно. Это тоже такой моментик важный. Это тоже такой моментик важный. Насквозь всего проходить. Ясненько. Так, пронизающая тень. Пронизающая тень. Блин, я вот говорю, где мне найти? Где мне найти того мужика, где был в водоемчике?
Класс. Класс. И что мне с этим делать? Я не понимаю, что мне делать. Я сюда не зря, наверное, шел. Теперь все ясненько. Еще одна кусок маски. Поехали. Так, поехали, короче, дальше. Только куда, это еще нужно понять. Так, давайте, короче, полетели, да, нашего корабля. Или хотя, давайте, ладно, я продолжу, когда дойду куда-нибудь. Короче, народ, такой я полазил тут и вижу пчелок же вот этих, помните? Где гнездо вот осиное. Я смотрю, там вон стена, видите, немного треснутая. Сейчас, где карта. Вон осиное гнездо у нас, да? Ай-яй-яй-яй. Чё ты... А, и сколько мне так нужно сделать? Отлично. Так, возвращаемся на скамеечку нашу. Отхилимся, чтобы на всякий случай. Так, все, можно идти. Так, да, туда еще проход не показан. Давай, 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 ко мне, ко мне. Все, это осиное гнездо. Мы идем в него. Улей. Ого. Угу.
Нифига их там было. Так, готово. Лавочка тут будет, я надеюсь. Давай, 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 давай. Все, я как раз отхилил себе этот КПшку. Так, тут у нас проход есть. Отлично. Ого. Ого, ого, ого. Да, это жестко. Короче, убью сейчас всех здесь ос присутствующих. Воу! Черт, тупые осы. Так, здесь у нас. Ули, ули, ули. Так, здесь тоже у нас обход идет. Здесь ничего, да? Все, значит. Значит, можно дерево собирать. Так. Бля, нам же 500, да, нужно собрать. Все, отлично. Погнали наверх. Поверху пойдем. Потом пойдем по низу. Ох, отлично. Ладно. Но она как в основном муха вот отбивается просто, да и все. Килл. А, тихо. Здесь выход тоже есть. Да? Появился. Нихера себе. Нифига себе, нифига себе. Она по 2 урона наносит. По 2 урона это много. Сдохнуть можно.
Так, а с той стороны что? Деньги, 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 деньги. Так, с той стороны у нас выход, окей. Чувствую, здесь сейчас будет жопа. Так, окей, пойдем вниз. Окей, 7000. Классненько. А ну пошли со мной. А мне нужно этого заюзать, большого шмеля. Ой-ой-ой. Хилимся. Отлично. Это у нас кусок маски. Великолепно. Это у нас куда проход? Это у нас проход не в главную сторону. Тихо-тихо-тихо, нужно бежать, а то они сейчас залетят и будут меня херячить. Ага, я понял, то сейчас босс будет. Хотя... Ладно, погнали. Блин, а потом мне придется убивать. А лавочку я навряд ли здесь найду. Ладно, пойдемте пытаться. Ой, боже. Вот, блин. Вот, блин. И что вы мне предлагаете теперь делать? Вау. Вау, 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 вау. Давайте, короче, в следующей серии, да, продолжим, поэтому...
Хотя... Ладно, побежали. Короче, просто побежали. Да, тогда прибежим. Мне нужна сраная улучшалка для меча. Мне еще один камень нужно, чтобы улучшить его. Оно и души мне теперь тебе тоже нужны. Пойдемте сюда. О, лавочка. Отличненько. Теперь мы можем отсюда быстро туда проходить. Блин, как мне его убить? В принципе, у него... Атаки не такие уж и сильные на самом-то деле. Мне туда долго идти. Мне туда долго идти. Ай-яй, я что, не туда пришел? Ну ладно. Мне нужно тогда карту немного запомнить. А то так буду подыхать. Хотя, можно, ладно, на этом даже закончить, я думаю. В следующей серии продолжим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.